Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую в очередной раз. Продолжается у нас противостояние Natus против DIG на карте Dust 2. 1-0, победа команды Na'Vi на Inferno. Ну и теперь следующая, вторая карта. На ней, если победят ребята с команды Dignitas, тогда разойдутся обе команды ничьей. А вот если все-таки победят ребят с команды Na'Vi, тогда 2-0 по картам. Easy skins, easy life для некоторых ребят, которые делают ставки на разных сайтах, будь то CSGO Lounge, GamingBets и так далее. Потому что, в принципе, возможно, есть еще какие-нибудь частные букмекерские конторы. Кстати, идея, да? Может, Сеня заняться? Сеня такой собирается всех там по 100 рубчиков перед матчем, потом отдает победителям. Шучу, конечно. Na'Vi против Dignitas. Ножи. Карт Dust 2. Написали, наконец-то, ребята, команду Ready. Ну и совсем скоро мы станем с вами свидетелями. В принципе, я думаю, непростой интересной битвы, хотя вроде как и на Inferno у нас ожидалось тоже заруба, но диги ничего не сумели показать. Но Dust 2, это Dust 2, тут у нас нету, ну, настолько там сильной или слабой стороны, тут, в принципе, что за атаку, что за защиту можно набрать достаточно большое количество раундов, ну, естественно, не так уж и легко будет для команды Na'Vi или для команды Dignitas. И что ж дальше? Пытается Na'Vi с ножа кого-нибудь подрезать. Остается Зевс и Эдвард. И Na'Vi опять выигрывают ножи, друзья. Они опять будут выбирать сторону. Остаются за дефенс. И ждем, пока команды напишут рейди. Dignitas против Na'Vi в рамках гоу-цели. Следующий матч, кстати, будет, наверное, четко по расписанию. Сейчас у нас практически без 10-9. Соответственно, через час 10, опять же, Na'Vi будет работать с командой Penta. Ну, возможно, в принципе, и раньше. Поэтому вы никуда не уходите и не переключайтесь. Что мы имеем? Мы имеем три успика. Зевс, Эдвард Сист и P2000 Guardian Flame. У команды Dignitas три смока. Шесть флешек все с глоками. Простой рапш на Б, друзья. Посмотрим. Эдвард ослеп полностью. Пытается принимать своих оппонентов. Начинает нашивать. Сист в смоках ничего не видит. Сист пропускает. Эдвард делает размен. Сист врывается ли в окно? Сист находится у нас вообще за иксом, прошу прощения. Слышит своих оппонентов, все его пропустили. Наконец-то Сист выходит и все-таки погибает. Денис Костин, Na'Vi в большинстве. Гвардиан делает размен, отличная работа. И остается последний игрок атаки в верхней тэшке. Ника. Две флешки, так и не реализованные. Флейми находит своего оппонента, пытается перестрелять и делает фраг для команды Na'Vi. 1-0. Парни открывают счет. Глянул я мельком на чат, там у нас дискуссия друзья, не прекращается просто. Не прекращается дискуссия. Какая же команда Na'Vi, украинская или русская? Вроде два русских, два украинца, один словак, и все, и такой ступор. И давай, пошло, поехало. Ребята, если честно, ну, организация, понятно, украинская. Потому что я основатель этой организации вместе со Стариксом, Зевсом, Эдвардом, Зерогравити и Маркеловым Егором. И как бы мы были шестеро украинцев за, кстати, казахские деньги казахского мецената Арбалета создали команду Na'Vi. И в любом случае это украинская организация. Команда, друзья, ну, можно говорить СНГ, можно, не знаю, говорить, ну, украинская, не знаю. Ну, если хотите, русская, хотя вот танкисты русская, да, полностью команда, хотя есть один харьковчанин. Не знаю. Но в основном я вас призываю не обращать внимания на такие нюансы. Выход у нас идет на Б-плент. Эдвард начинает спрыть. Минус МСЛ, пимп и ник. Отличная работа. Счет 3-0. Уверенная игра от команды Na'Vi на двух антиэко-раундах. Ну и теперь, естественно, начинается самое интересное. Зевс. Останется ли с мухой? Да, судя по всему. Нет, все-таки поменяли. Поменяли Даньку на Гвардиана. Гвардиан муха, Сист муха. Такой опасный бай достаточно от команды Na'Vi. Рискуют очень сильно. Опять же, я не приветствую. Ну, иногда я комментатором, иногда я аналитиком включаюсь сразу же в матч. Вот аналитик Арсений не приветствует.
подобных решений, потому что, во всяком случае, это хороший такой большой риск. Пускай, если вы победите в раунде, счет бы 4-0, потом 5-0, очень сильно бустанется экономика. С другой стороны, риск очень большой, потому что две мухи, это, конечно, хорошо, но калаши могут и перестрелять. Дингтасы заняли у нас половину карты. Вот, Нави — гордость Казахстана. Вот это, кстати, хорошая фраза. Я тоже поддерживаю полностью. Нави — гордость Казахстана. Изи стоит у нас под ступеньками. Ждет аркаду. Тем временем Дигнитасы начинают выходить на яму. Тут у нас Флейми. Его, естественно, должны проверить. Никто из тиммейта Флейми флешку не кидает. Но он забирает МСЛ. Ярбай пытается представить картинку. Откидывает хаешку. Там у нас Гвардин, кстати, который с мухой. В итоге Зевс делает, наконец-то, размен. Бомба падает. И он зовет тиммейтов. Говорит: ребята, бомба у меня. Подходите, пожалуйста. Пимп вместе с Эйзи находится на пленте. Сразу же килл. И Эдвард, извините, Зевс. Ну, Эдвард тоже делает минус пимп. Погибает сразу же от Эйзи. И Зевс — последний килл-фраг в этом раунде. Тем временем вылетает у нас один из игроков команды Dignitas, друзья. Я вот не заметил, кто же это вылетел. Кьярбай. Кьярбай вылетает, у него Vac Authentication Error. Это, ну вот, частая ошибка у про-игроков. Почему-то, я не знаю почему, друзья. У меня, например, как у стримера, который часто играет в Counter-Strike, кстати, завтра я буду стримить, друзья, играть с подписчиками. Давно я не стримил, целую почти неделю отдыхал от своих пабов, поэтому приходите. Кстати, на этой неделе также буду и в 1.6 играть в среду, опять в рамках overpro.ru. Тоже заходите в гости в 1.6, старенький поиграем. В принципе, последний стрим вызвал некий ажиотаж, и достаточно много людей смотрело, поэтому приходите, если вам интересно. И такая же ошибка, прошу прощения, у нас у MSL. Тоже Vac Authentication Error. Ну, я так понимаю, какой-то софт, то ли антивирус, то ли роутер, то ли что, блокирует какие-то модули Valve античита, и в итоге он как бы не говорит, что вы читер, но при этом, мол, вы не можете играть на защищенном сервере. И теперь нужно немножко подождать. Дорогие друзья, дорогие ребята, счет 4-0 в пользу команды Na'Vi. Играют они на карте Dust 2 против Dignitas. Счет по картам 1-0. Ну и, наверное, уходим на небольшую рекламную паузу, и совсем скоро я вернусь. Ждем. The Steel Series. Steel Series, honestly. Steel Series. I'd definitely sit with the Steel Series. By far. Definitely the Steel Series. If I had to pick one of these to pick up in game right now, it's going to be the Steel Series. Gamers prefer our headsets. Let's just say it was a great night. Take the challenge. It's
Я снова здесь, снова здравствуйте. Ждем мы, друзья, пока зайдут. Ну, ребят, с командой Dignitas у них проблема с античитом, Valve античит. Их не забанили, как многие там пишут, но при этом просто вылетели с сервера и, наверное, чистят кэш или, не знаю, открывают порты в фаерволе. Честно, не знаю, как бороться с этой проблемой, потому что никогда у самого ее не было. Хотя, в принципе, играю регулярно достаточно в CS 1.6, но, извините, в CS GO, ну, кстати, в 1.6 тоже буду играть в эту среду у себя на стриме. Что-то хотел сказать, что-то вылетело. А, сегодня я записал видеоблог у себя на YouTube-канале Сеня CSGO, поэтому заходите и ознакомьтесь. Вышло дело в том, что статья интересная. Как же заработать деньги на... Как это написано? Поднимаем деньги на кейсов CSGO. И в итоге эта статья привлекла мой интерес, и я решил по мотивам, так скажем так, записать видеоблог. Ну и многие из вас его видели. Ой, прошу прощения. Я открыл видео, чтобы почитать комментарии. А звук-то был включен. И, соответственно, подписывайтесь на YouTube-канал, там очень много всего интересного, прикольчики, юмор, овервотчи, ну, правда, юмор специфический, скажем так, не всем он нравится, мой юмор, но кому не нравится, тот может не подписываться. Это такое дело житейское. И что еще? Да, в принципе, ничего. А вот, кстати, статья. Дал я описание статьи в инфу, также можно и на ВП почитать, что интересного. Ну и статья о том, как, возможно, можно заработать в игре CS GO. Я, если честно, таким не занимаюсь, но понимаю, что это возможно. С другой стороны, это как и всюду риск. То есть вы можете вкладываться в какой-то тип сундуков, какой-то тип оружия, но при этом через год оно станет дороже. Или этого оружия не станет совсем и вовсе. Потому что все также зависит от развития CS GO. Если количество людей в этой игре будет продолжать расти, тогда, естественно, если вы сейчас купите что-то, тогда вы сможете это что-то продать тем, кто присоединится к игре, возможно, через полгода, да, потому что у них такой возможности не было купить, например, там тот же сундук, там какие там сундуки у нас сейчас, Хрома 2, да, к примеру, там через год выйдет Хрома 3, и какой-нибудь новый парень игру купит, станет владельцем, счастливым владельцем CS GO, то он, конечно же, не сможет купить уже в игре или там поиграть на сервере, и ему этот сундук не вылетит, скажем так, ему уже третий будет выпадать, и вы такие: ага, у меня есть сундук второй версии. Хотите, я вам его продам. Ну и как-то так. Но, с другой стороны, это как всюду риск. Так, что у нас в чате-то новенького? Ждем. Ребята, мы ждем. Не могу я включить пока что музыку, потому что совсем скоро уже, во-первых, зайдут, я думаю, ребята с команды Dignitas. Во-вторых, не хотелось бы мне потом нарезать вот этот вот, портить качество и так далее. Поэтому музыку я не включу. У нас есть только прекрасные шумы карты Dust 2. Don't cancel this match, please. Oh, I think they won't do that. It's impossible to do. Какой-то английский зритель, англоязычный, писал, мол, не отменяйте этот матч, пожалуйста. Но, если честно, отменять матч никто, наверное, не планировал и вряд ли может, потому что он уже начался, счет 4-0, и нет никакой схемы, по которой можно его отменить. Арсений Треножников, почему так рано завершили свою игровую карьеру? Ну, я бы не сказал, что рано. Я 15 лет играл в Counter-Strike, и причем все 15 лет, ну, практически все, 14, наверное, играл в команде. Поэтому я бы не сказал, что это рано. На супер-про-сцене я отыграл 5 лет, с 2009-го. Будучи в команде Kerchnet, становился чемпионом СНГ, Украины, СНГ, а потом Zanavi, чемпион Европы, мира. В 10-м, в 11-м что-то выигрывали. И потом топ-2-3 места. И
какой-то чемпионат мы все-таки выиграли. В 11-м мы выиграли еще. Или в 12-м это уже было. Ой, там уже вот памяти не хватает, путаюсь. Ну, не рано. Есть, конечно, много игроков, которые больше меня играют. В частности, Зевс и Эдвард, которые продолжают играть и радовать нас своими победами. Ну, каждому свое. Я стал комментатором. В свое время принял такое вот решение. И как по мне, оно правильно. Сколько тебе лет? 26. 26 лет, товарищи. И что ты за это получил, что стал чемпионом? О, что я получил? Кстати, тоже на моем YouTube-канале есть... Нет, не на моем, на Na'Vi CSGO-канале есть замечательное видео, где я рассматриваю свои медали, друзья. Поэтому поройтесь в архиве. Видео записывал, правда, уже полгода назад, но я думаю, вы его найдете. Может, даже больше, чем полгода. Я обозреваю медали, которые я победил, которые я получил на турнирах, в которых я победил. Вот так вот. Медали очень красивые, особенно как раз-таки самые красивые медали это на турнирах в рамках Арбалет Капов. Арбалет это как раз-таки тот казахский меценат, который спонсировал команду Na'Vi в самом начале ее развития. Ну что ж, у нас зашли игроки команды Dignitas, наконец-таки решили они свою проблему с античитом, ну и теперь матч продолжается. 4-0 в пользу Na'Vi, 1-0 по картам. И эко бай, скорее всего, от команды Team Dignitas. Есть три армора, один из них второй, и P250 у Кьярбая. Ну и остальные ребята с P250 и так девятым. Тем временем, ух ты, пришили Эдварда. Зевс забирает нас Ника, Гвардиан откидывает гранату на центр, погибает МСЛ. Еще одна хаешка, четко под ноги. У нас у Пимпа 44 хп, у Кьярбая 42. И под Б стягивается Гвардиан. Замечает Эйзи, забирает своего оппонента, бомба выпадает. Есть у нас на спуске Пимп в центре, но он остается один против четырех игроков команды Na'Vi с пистолетом P250 и первым армором. Пимп падает и погибает. 5-0. Na'Vi берут еще один раунд. У Dignitas, в принципе, должно быть все более-менее неплохо с экономикой. Деньги им вернули. Я имею в виду тех двух игроков, которые вылетали из-за VAC Authentication Error. Ну и вроде как матч продолжается. Снайперская винтовка у Гвардиана. Эдвард также решил сыграть с АВП. Эдвард у нас пойдет, так понимаю, под Б, ну а Гвардиан попытается реализовать свой снайперский потенциал на Зиге. И будет оцеливать игроков, которые, возможно, будут занимать быстро эту позицию. Но быстро никто ее уже не занимает. Пока что Диги контролят мидл. Эйзи пытается ловить тайминг, чекает аккуратно все ближние позиции. Ну и ребята с команды Dignitas готовы выходить. Пытается вычислить Ваню Эдварда. И у Ника это получилось. Эдвард не смог обезвредить Ника. Ну вот, кстати, я уже несколько раз объяснял вам, что вот так вот просто сидеть, как Ваня Эдвард, это не всегда правильно. И сейчас как раз-таки поговорим опять же об этой теме. Тем временем дым прилетает у нас в контрольский респаун. И Na'Vi попытается, наверное, выбивание сделать. Все-таки не в большинстве, счет хороший. Но при этом Ника реализовывает АВП в окне. Забирает Гвардиана. И остается Зевс вместе с Флейми. Зевс с АВП, друзья. Не знаю, зачем он его взял. Ну, Зевс отталкивается в таком случае от ХП. Мол, у меня мало ХП. С АВП я попытаюсь кого-нибудь убить. Отчасти это правильно, отчасти нет. Ну, посмотрим. Хаешка у нас прилетает за X. Зевс откидывает флешку. Ну и начинается выход. Зевс смотрит за Икс, не видит пока что своего врага. Знает, где находится Кьярба. И Зевс красный. И вот он этот выстрел, который мог бы быть ключевым. Но Даня, Зевс промахнулся. С другой стороны, помните, недавно на Фейсите Na'Vi играли, по-моему, с ТСМами на карте Dust 2, друзья. И Зевс 1 в 3 был очень красный, с эмкой невероятный вообще раунд потащил. Как у него это получилось, как он прошвырнулся, вроде как элементарная ситуация для команды TSM, но при этом Даня словил правильный тайминг, четко почувствовал, когда же нужно зайти в окно, и в итоге его никто не смотрел, он сделал минус 3. Ну, вы сами это видели. Я так мельком, мама опять же смотрела КС, болела за команду Na'Vi, я его не увидел на планшете. Что же он потащил? Ну что,
Опять у нас ошибка. Вылетает у нас очередной игрок команды Dignitas. И, соответственно... А, хотел сказать, почему вот так, как Ваня Эдвард, нельзя сидеть. Дело в том, что когда вообще с ВП нужно двигаться. Вот просто сидеть и смотреть ту или иную позицию, будь ты в окне, будь ты на картинке и так далее, естественно, не самое хорошее решение, потому что террорист, он вычисляет. И он как раз-таки аккуратно по пикселю проверяет все точки. То есть выходит снайпер и такой оп-оп-оп-оп-оп, окно, выстрел. А когда ты сидишь в окне, то ты не знаешь, в какой момент времени на тебя выйдет моделька. То есть ты такой сидишь, зеваешь, такой и в этот момент выходит как раз-таки террорист. И клац тебя, и до свидания. Поэтому с АВП нужно посидел в окне, перепрыгнул на текстурку, пошел на зайчик, пошел на Б. То есть как-то себя развлекать, ибо вот постоянно, если смотреть одну позицию, ты просто рискуешь умереть. Тебя мама смотрит стримы по КС. Да, друзья, почти все. Почти все стримы по КС с участием СНГ команд. Почему пауза? Пауза, потому что вылетает у нас игрок команды Dignitas. Ну, естественно, не будем же мы смотреть матч 4 в 5. Хотя, с другой стороны, отчасти это правильно из-за того, что, ну, это проблема игроков. С другой стороны, ну, технические проблемы бывают разного характера. Мало ли что случилось, что произошло, поэтому... Поэтому, друзья, нужно подождать еще чуть-чуть. О, вернулся. Хорошо, что в этот раз не так уж и долго пришлось. Dignitas Nika, change name to Dignitas MSL. Что это такое, непонятно. Кто же у нас под ником MSL? Точнее, где? Кто же под ником Nika тогда играет? То ли они просто Steam поменяли, то ли что. Возможно, второй Steam аккаунт взяли поиграть. Спрашивает нас Кьярбо, команда Na'Vi, готова ли Na'Vi, но Na'Vi пока что не готовы, судя по всему, все отошли от компьютеров. Dignitas просят отжать паузу, ну и пока Na'Vi, естественно, занимается своими делами и не соглашается на это. За слишком долгий додос могут выгнать или засчитать поражение. За слишком долгий додос, ну просто администратор спрашивает у ребят, вы можете пофиксить? Они говорят, нет, не можем, что тогда делать? Иногда матч переносится, если матч очень важен и обе команды идут друг другу навстречу. Иногда берется замена, чаще всего берется замена, просто одна, вторая, но больше двух замен в принципе на турнирах делать нельзя, потому что три замены это большая часть команды и соответственно это по сути уже другая команда. Ну и, наверное, три замены было когда-нибудь, но, если честно, это неправильно. Поэтому решений здесь несколько, друзья. Мне бы такую маму, и чтобы она ставки ставила и выигрывала, и мне отдавала. Я это представил. Чья-то мама смотрит за игрой, ставит ставки, потом сыну отдает скины, сын довольный в школе. А, у меня скины хорошие. Нет, ставки пока она не ставит, но почти все игры смотрит. Смотрит. Ну, я думаю, если у вас дети, друзья, когда вы подрастете, у вас будут дети, и эти дети будут играть в игры, и, возможно, эти дети будут играть на профессиональном уровне в какие-то игры, тогда вы тоже будете наблюдать, естественно, за своими детьми, за их успехами. Ну, это как, чем бы ваш ребенок ни занимался, будь то музыка, там, спорт, и если у него будут успехи в этом направлении, то, конечно, вы будете наблюдать за своим ребенком на этих турнирах. Но в этом плане, чем Counter-Strike отличается от какого-нибудь пения, да, или там от спорта другого. То есть есть стримы, можно посмотреть, и вот ваш сын играет, или там ваша дочка. И вот смотрите себе, как она играет, и что у нее с результатами. Ну что, 5-1. Нац Винцеры против Dignitas. Наконец-то отжимают паузу. Na'Vi, видимо, отходили у нас попить водички из колодца. Ну и Dignitas.
занимает нижнюю темку. Кьярбай находится в коробке. Ник пишет what the fuck? Restore round. Ау, фу-фу, боже мой, все. Перезашел у нас игрок, но при этом почему-то он погиб. В общем, объясняю, что случилось, друзья. При счете 5-1 вылетели у нас игроки, они поменяли свои, так понимаю, Steam-аккаунты на другие, зашли. И, соответственно, система не поняла, что это зашли те же игроки, потому что Steam ID их поменялись. То есть уникальные номера, которые присвоены каждому пользователю Steam'а. И, соответственно, матч продолжился, по-моему, 4 в 5. Ну и теперь, я так понимаю, админ должен загрузить у нас заново шестой раунд. То есть счет 5-1. Он должен прогрузить, и, по идее, матч продолжится. А с другой стороны, у нас опять вылетает игрок. Команда Dignitas какой-то. Ну, дай бог, чтобы следующий матч Na'Vi против Penta начался вовремя, через 45 минут. Потому что задержки здесь уже достаточно большие. Какие-то проблемы испытывают Диги. Я не знаю, почему они их испытывают. Чем это связано? Я говорю, я никогда за полтора года не получал подобную ошибку. Хотя, опять же, играю. Я думаю, большинство из вас тоже. Почему? Что? Как? То есть Диги играют, тренируются, все нормально, заходят на официальные матчи и испытывают какие-то трудности. Это что-то не так. На буткемпе только команды Dota или CS. На буткемпе только команда Dota в данный момент. По-моему, база Na'Vi пока что не такая большая. Ну, точнее, там места много, очень много. Кстати, видео о базе там площади огромные, если честно. Но, по-моему, всего лишь 5 компов пока что игровых, поэтому только команда Dota. Ну и с другой стороны, Na'Vi, в принципе, не к чему готовиться. Хотя нет, они вышли на Faceit в мае. В начале мая у нас будет турнир в Лондоне. И, в принципе, Na'Vi, наверное, проведут какую-нибудь недельку в Киеве по буткемпе. А с другой стороны, чтобы вы понимали, к ESL Pro Лиге буткемпа не было. И Na'Vi без буткемпа приехали на LAN и победили. Буткемп, друзья, это хорошо, но не всегда означает успех. Абсолютно не всегда. Если команда готова тренироваться в интернете и тратить свое время правильно, то, в принципе, можно и без буткемпа побеждать и выигрывать. Na'Vi вот тоже на буткемпе в Москве. Это я слышал. Слышал, что Na'Vi танкисты в Москве на буткемпе. Там даже слайд мне жаловался, что что-то током бьет его. От USB-порта или что-то там такое. Какие-то проблемы. У него даже мышка, по-моему, там то ли сгорела, то ли что. Кстати, Staff Cup объявили у нас на сайте Virtus.pro, друзья. Я буду играть за команду Na'Vi. Опять же, тоже нужно потренироваться немножко в мае месяце. Ну, немножко, а так нормально, чтобы продемонстрировать хорошую игру. Состав у нас достаточно боевой. Я, два танкиста, аналитик Na'Vi, Энди, я и Финн. Финн — это модератор на форуме. Ну, практически такой же, как в прошлый раз, только вместо Финтика, ютубера, который делает хайлайты для ютуб-канала, будет теперь еще один танкист. Решили мы укрепиться. Танкисты пойдут в бой. Ну что происходит? Происходит, наверное, какая-то беда. Общаются, судя по всему. Так, у тебя старый оверлей. У меня старый оверлей, вы представляете, друзья, каковы это фейл. Так, так, так.
Итак, поменяли мы оверлей. Ну что, у вас есть какая-то информация, дорогие зрители? Потому что вот у меня инфы ноль, никто ее не дает. Но возвращается вроде у нас один из игроков. Сиз нам тем временем показывает свою новую снайперскую винтовку. Worm God, это, я так понимаю, из нового сундука выпало у нас Дениски-то. И он отлично имеет. Ну и мы ждем, я так понимаю, пока админы, друзья, сейчас... примут какое-то решение и сумеют загрузить, так понимаю, счет 5-1. Итак, вроде бы сумел у нас прогрузить модератор-администратор нужный раунд, счет 5-1. И, ребята, теперь должны назвать то ли Ready, то ли он Pause, то ли что. Паузу просят теперь игроки команды Dignitas, паузу Сиз, Дун Пауз. И отлично, фристайм у нас пошел, матч продолжается. Давайте смотреть. Хороший бай, естественно, у команды Dignitas. У них, правда, пока что глок, но я так понимаю, или предполагаю, ему дали снайперскую винтовку, да. Ну и у Na'Vi. Эдвард СВП, Гвардиан СВП. Ника подловил Гвардиана. Сразу же минус. Na'Vi в меньшинстве. Сизд отходит у нас на Б, откидывая сразу же коктейль Молотова. Дает информацию, что, возможно, раш на Б. Сизд пока что слепой. Пытается реализовать свою винтовочку. У него это получается, но не очень хорошо. В итоге зажали Сизда со всех сторон. Флейми с Зевсом. Флейми уже ушел на сейв. Ну и вот он, Зевс. Денег у команды Na'Vi тоже немного. Зевс, я так понимаю, попытается взять снайперскую винтовку, которая лежит на центре. Забирает ее. Забирает также баночку. И уходит в сторону длины. Тем временем Флейми уже на дарском респауне. Ну и Флейми торопиться не стоит, потому что его, естественно, могут смотреть. Но Флейми забирает у нас пимпа в верхней тэшке. И я думаю, дальше не пойдет. Наверное, пойдет обратно к Зевсу. И уже эти ребята будут сейвить, опять же, свои девайсы. Какой счет? Ребят, счет 5-1. По-моему, всем прекрасно его видно. Также счет по картам у меня очень часто, практически всегда, есть чуть пониже. Такими беленькими маленькими циферками. Поэтому перед тем, как задавать такие вопросы, убедитесь, что на экране счета нигде вы не увидели. Гвардиан с АВП, 4 М-ки у команды Na'Vi. Следующий раунд, 5-2. Диги сумели пропушить бэплэнд и обезвредили команду Na'Vi. Na'Vi за дефенс. Гвардиан вышел у нас из Зига. Зевс будет пушить пальму. МСЛ не подозревает, что капитан команды Na'Vi играет агрессивно и погибает. Хороший хедшот. Кьярбай тем временем на шифте вышел на длину. И уже ребята с команды Na'Vi не ждут его. Хотя далеко-далеко находится у нас игрок защиты. Кьярбай упал в яму. Na'Vi получает информацию, что... на длине есть соперник, и Upland могут зажать с нескольких сторон. Ну и нужно теперь что-то предпринять. Прошу прощения. Кьярбай перед коробкой прилетает. О-ху-ху-ху. Зевс просто на контроле вылез и сразу же забрал террориста. Ну, не ожидал у нас игрок атаки, что именно в этот момент игроки защиты пропушат длинную. Переключился на гранату и получил хедшот. В итоге Na'Vi в большинстве.
Диги действует через центр, играет аккуратно. Даня Зевс подсажен на ящике. Замечает его Ника и сразу же забирает капитана команды. Тем временем Бэплен будет зажимать с нескольких сторон. Нужно очень аккуратничать Ване Эдварду. Ну а точнее Сизду предупредить своего тиммейта, что он прячется. В итоге Сизд пропускает у нас одного из своих оппонентов. Ой-ой-ой-ой-ой, еле-еле, еле-еле душа в теле. Ну такое бывает. Такое бывает, когда ведешь человека несколько секунд в спину, потом можешь вот так вот зафейлить. В итоге фейл от Дениса Костина, и это третий раунд для команды Дигнитас. Дигнитасы были только что в меньшинстве, друзья. И все равно сумели затащить тот раунд. Очень большой фейл от Сизда, который, в принципе, мог... Ну, я не знаю, почему он стал торопиться. Он, наверное, ожидал, что через окно, через двери пойдут игроки атаки и, в принципе, могут его заметить. С другой стороны, он мог как сидеть, так и сидеть. И пропустить всех абсолютно. И потом хладнокровно... Ну, сорвалось. Сорвалось. Я, поверьте, знаю, что это такое. У меня тоже были подобные проблемы. Очень часто, когда ты заходишь в спину и потом... Не умеешь реализовать свое преимущество. Эдвард влетает с СЗ-шкой в мидл. Сразу же погибает от МСЛ, а тем временем флейми на Зиге. Ну и Нави в меньшинстве. Муха у Зевса. Пытается он кого-нибудь убить. Сумеет ли? Вряд ли. Влетает хаешка. У Зевса 52 хп. Гвардиан с мухой на центре. На Б-пленте уже у нас ходят игроки атаки. И судя по всему, это четвертый раунд для команды изданий, друзья. Так вот, Нави начали очень уверенно, но потом маленькие ошибочки привели к тому, что датчане берут четвертый. И давайте смотреть на деньги команды Нави. Ну, пока что четвертый. Нави будут делать хороший бай. У них по 3000 в среднем. Гвардиан и Зевс. 52 хп у Зевса, 3-4 у Гвардиана. МСЛ находит капитана команды. Ну, тут, в принципе, не знаю, зачем они сейвят эти мухи. 2200. Ну, у Словака должно быть, по-моему, 4,5. Сколько на ее подряд раундов? Даже больше, 5000 долларов. Но при этом сейвит муху. Не знаю, куда он эту муху, где он эту муху применит. Применит. Что-то у меня сегодня с ударениями. Гвардиан. Второй армор. Дефузы и остается с мухой. Скаут. 4 М-ки. Ну, у Дига все хорошо. 4 АК-47 и Ник с АВП. Прилетает флешка. Нет, на длину. Нави занимает просто без граната. Кьярба играет аккуратно. Прилетает коктейль Молотова. Кьярба чуть-чуть совсем подгорел. 96 хп остается. Это практически ничего. Взрывает у нас ворота. Взрывает грибочки. Ну, и Диги готовы действовать. Бомба лежит на спуске. Играют они на отстрел, я так понимаю. Да, скорее всего, Ника опять попытается отстрелить окно и конструкции. Тем временем, Зевс все на позиции. Выходит с контрольского респауна. Забирает МСЛ вместе с Эдвардом, который убил Ника. Прилетает хэшка по Дейзи, но не точная. У Изи 9 хп, друзья. Бомба на спуске. На пальме находится у нас Хьярбай. Диги перетягиваются на верхнюю тэшку. И вот он, ключевой игрок на позиции Б. Но вроде как пока что не решили до конца Диги, куда же они пойдут. Флешка прилетает Сизду. Сизд дал инфу, что он слышал верхние туннели, но при этом Дигнитасы не выходят на Б. Они смещаются, будут выходить через зигзаг. Ну а там на пленте есть у нас своя защита у команды Нави. Гвардиан со скаутом. Ну и далеко Флейми на старте. Гвардиан и Флейми. От этих ребят, в принципе, зависит абсолютно все. Гвардиан скушал флешку. Естественно, никого пока что не убивает. Начинает прыгать. Отличная работа. Минус Эйзи. Пытается дальше реализовывать свою муху. Но при этом всего лишь один раз попал. Второй раз. Отлично. И третий ли будет? Будет ли трипл килл? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Гвардиан делает все-таки килл. 6-4. Сумел он забрать своих врагов. Меняет муху на калаш. Отдаст, скорее всего, калаш одному из тиммейтов. Сам получит АВП в ответ. Вот у нас снайперская винтовка у Гвардиана. Но при этом Гвардиан отдает АВП Эдварду. А сам будет играть со своим. АВП. Эдвард и Гвардиан. Две снайперские винтовки. Зевс М-ка, Сизд М-ка и калаш у Флейми. 4 АК-47 в ответ у террористов и АВП у Ника. Гвардиан кидает хэшку в коробку одну, вторую. И под снайперскую винтовку пытается вычислить у нас игрока, который находится за воротами. Но при этом промахнулся. Тем временем Сизд на зайчике. Ну и готов Денис Костин. Готов принимать своих врагов.
5 раундов до окончания первой половины, и, я так понимаю, нету денег. Недостаточное количество денег у Dignitas, если они проиграют этот раунд. Естественно, Эйзи, возможно, даст дроп, но вот у остальных будут большие проблемы. Поэтому не факт, что команда из Дании сумеет сделать бай. Но пока что 6-4. И ключевой раунд, в принципе, для команды Na'Vi. То есть один из переломных. Если возьмут 7-й, тогда, возможно, и 8-й, естественно. Эйзи. Ай, минус хэдшот. Зевс погибает, Гвардиан тем временем откидывает гранаты, и, в принципе, наверное, стоит отходить подальше. Прилетает много флешек, Гвардиан не успевает, замечает своих врагов, и команда Dignitas успешно занимает аплент. И что самое главное, под Б у нас также есть и Пим, который зайдет ко всем в спину, и, по идее, Диги возьмут этот раунд, Сид погибает, и вот он, Пим, друзья. Пим выходит, зайчик, ух, просел-то неплохо, один с ХП остается, добили Пимпа, и Диги все-таки сумели взять 5-й раунд. Эдвард и Гвардиан уходят на сейв, сейвят свои винточки и разваливают абсолютно всех. Ну и тут уже Ника даже боится, а вдруг Гвардиан успеет. Гвардиан бежит на плент, Эдвард подключается, но, по-моему, времени нет, бомба стоит на зигзаг. Ой-ой-ой, ну не, не успели. В какой-то момент Na'Vi поверили, что они сейчас возьмут этот раунд, но не судьба. Счет 6-5, 4 раунда до окончания. Гвардиан засейвил, засейвил, ну и, в принципе, ребята с команды Na'Vi смогут дать дропы. В частности, Эдвард М-ку, а Гвардиан, по-моему, мог дать фам. Извините, наоборот, Эдвард Фамас, а Гвардиан мог дать М-ку. Но Гвардиан поторопился. Купил непонятно зачем хаешку или смок. Вот прям вот нужно было ему этот смок. И в итоге 3 игрока у команды Na'Vi с Фамасами и 2 снайперские винтовки. Ну а тут быстрый выход. Опять на бэплэнд. Зевс и Сист в этот раз отвечают. Зевс погибает, никого так и не увидев. Пытался он принимать своих оппонентов, заходящих за Х, но при этом игроки команды Dignitas вышли сразу же направо. И вот тем самым зажимают как раз-таки вот таких ребят. То есть не выходят прямиком, а выходят направо. Убивают, естественно, 33 и троечку. И сразу же убивают игрока, который сидит вот на позиции Дани Зевса. И вот таким вот образом зажимают вот этот вот плент Б. Ну и потом отстреливают уже окно, ворота и так далее. Поэтому тут, конечно же, нужно было кидать какие-то Зевсу гранаты. Или даже не Зевсу их кидать, а игроку, который находился в центре. Через верх просто накидывать по инфе, соответственно, Зевс бы слеп, ну, Зевс бы слышал инфу своего тиммейта, возможно, бы отвернулся от граната, вот террористы бы могли ослепнуть абсолютно все, которые смотрели в сторону ворот и окна. И под эти флешки как-то убивать игроков атаки. 6-6. Старикс по-прежнему у нас сидит в каждом матче. Абсолютно. То есть Na'Vi, по сути, играют всегда в шестером, друзья. Это огромный бонус, если честно. Даже в играх онлайн. То есть у нас тренеры появились не только на лане, но и в онлайне, друзья. Старикс на табе, вы его все прекрасно видите. И он наблюдает за своими ребятами в прямом эфире. Ну и может что-нибудь подсказать. Естественно, он террористов не видит. Он может только наблюдать за своими ребятами. Но это тоже очень хорошо, потому что со стороны ему виднее, кто какую ошибочку допустил или кто, например, какую точку не прикрывает. Сист находится у нас на пленте, забирает МСЛ, и команда Dignitas отдает раунд. 7-6, Na'Vi выходит опять вперед. И остается 2 раунда в первой половине. Но при этом у датчан с деньгами все хорошо. Но если они все-таки Na'Vi дадут 8-й раунд, тогда напоследок купить будет нечего. Сизда откидывает у нас коктейль молотов на пятак. Тем временем Гвардиан забирает нас Пимпа в нижней тэшке. Не ожидал Пимп, судя по всему, увидеть снайпера. Хотя, в принципе, позиция достаточно популярная и известная. В итоге погибает также МСЛ на длине. Ну а Зевс на картинке. Знают ли про него игроки атаки? По-моему, не знают. Просто прошили у нас стандартную точку. Но на размене Зевс, в принципе, может сыграть неплохо. Зевс. Зевс в итоге продемонстрировал кусочек своего тела, но все-таки сделал один минус. Хаешка от флейми. Ну и 2 игрока атаки остаются на длине. Ника занял платформу, сразу же погибает от Гвардиана. Изи. Тем временем на длине спрей. И выход со всех сторон от команды Na'Vi. 8-й занат Свинсера. И денег нету у команды Dignitas по 2000 в среднем. А это пистолеты, арморы и минимальное количество гранат. Сеня, а с твоим каналом что? С моим каналом, дорогие друзья, если вы про Twitch, все хорошо. Все хорошо. На свой канал я стримлю какие-то свои игры, пабы и так далее. Иногда турниры даже стримлю разные, но
в частности GoCL, я комментирую на канале Storm Studio, на том канале, на котором вы сейчас меня смотрите. Ну а завтра приходите, кстати, я играю с подписчиками своего Twitch канала. С обеда, даже, наверное, чуть пораньше, до вечера. Ну а потом комментирую опять игры Na'Vi. Выход на Эдварда. Не сумели его быстро обезвредить, но при этом забирает Сизда. Тот тоже сделал всего лишь один минус. Ситуация 3 в 3. Два тэк девятых и муха у Ника. Na'Vi нужно играть очень аккуратно. Гвардиан забирает на сейзе. Зев срывается в окно, пытается реализовать свой успик. И просто холостые патроны. Эдвард случайно ошибся. Он спрашивает, ты под меня дал молотов или это их? Это, по-моему, был их коктейль Молотова или все-таки Сизда под Эдварда. Не знаю. 9-6. Команда Na'Vi все-таки взяла раунд. Победили парни в первой половине. Ника просит еще одну секунду, друзья. Поэтому придется еще буквально секундочку подождать. Сколько платят за комментирование? $1 000 000, друзья. Невероятные деньги просто. Вначале я... Как вообще день у меня проходит? Я просыпаюсь. Просыпаюсь очень поздно. Потом, естественно, нужно помыться. Но моюсь я не в обычной воде, как многие из вас, а помните, как Скрудж Макдак? То есть он открывал такой сейф, там много-много золота, и я ныряю. Купаюсь, потом вечерком, естественно, комментирую, потому что работа очень-очень высокооплачиваемая. И что ж, 9-6. 9-6, и мы ждем команду Dignitas. Ждем, друзья. Итак, 9-6, Na'Vi против Dignitas начинается, точнее продолжается у нас встреча. Буду ли я комментировать следующий матч? Конечно, буду, он будет непосредственно в рамках GoCL лиги, и, конечно же, я комментирую все матчи данной лиги. Тем временем, в нижней тэшке Пимп его не проверяет, у нас Зевс, но четко сумел развернуться и разбивает голову своему оппоненту в нижнем туннеле. Эйзи поднимается у нас на просвет, Na'Vi в большинстве, пока что не торопится. Под Б у нас в итоге действует Зевс, один выходит, каким-то образом почувствовал, что здесь никого нету, дает информацию своим тиммейтам, перестреливает за воротами МСЛ, стягиваются ребята с команды Na'Vi, естественно, на Б-плента, Эйзи врывается из окна, забирает Зевса, Б-плент пытается зажать несколько сторон, Сист, размен, минус Эйзик, Ярба убивает Флейми, но Na'Vi все равно в большинстве, 3 в 2, из Зига падает Ника, обезвреживает тот Гвардиан, тем временем Эдвард на просвете промахивается в спину, немножко поторопился он, и теперь все зависит от Дениса Костина или Сизда, друзья, Сист в воротах выходит, видит своих врагов, и еще один хэдшот от Ярба, отлично, индивидуальная игра от датчан. И это 9-7 в пользу команды Na'Vi. Но пистолетный раунд они проиграли. Но за ним, возможно, проиграют и два подряд. Хотя ставили бомбу или сейчас сделать волевой бай, что, в принципе, практикуется командой Na'Vi. Да. Достаточно посмотреть буквально несколько матчей команды Na'Vi, чтобы понять, что эти ребята будут покупать. Ника у нас смотрит туннель. Там у нас Сист бегает. Откидывает хаешку на пальму. И что дальше? А дальше Флейми забирает нас на длине. Кьярба. Ким врывается под флешку. И отлично спреет. Причем игроки атаки, по-моему, не были слепые только что вдвоем. Один максимум, но четко, очень четко перевелся Пим со своим Фамосом. В итоге Эдвард и Сист. У Эдварда есть армор, в принципе, если заберет сейчас Ника на старте, возможно, все получится.
Особенно калаш нужно подобрать. Вот он калаш где-то на старте. Калаш пока что Эдвард не нашел. Знает, что есть оппонент на картинке. Но этот оппонент отлично реализовывает свою УЗИшку. В итоге 9-8. Команда Na'Vi отдает очень важный для себя раунд. Не сумели парни переломить своих оппонентов. И, скорее всего, проиграют сейчас еще один раунд. Счет будет 9-9, потому что денег нету. Так, 9-й Флейми, P50-й Эдвард. Фамас, Фамас, эмочки. Ника забирает нас Гвардиана. Дигнитасы принимают игроков команды Na'Vi на центре. Ника забирает еще и Флейми. Зев пытается убить своего врага с глока. И Эйзи отъехал. А также Ник-то красный в контрольском респауне. Ему стоит играть очень аккуратно. Эдвард такой через зигзаг убивает у нас Пимпа. Кярбай вовремя на размен. Ну и Дани Зевс, естественно, погибает. 9-9, двоих убили, что, в принципе, неплохо. В прошлом раунде троих убили. Na'Vi нужно взять один раунд, 10-й. Тогда команда Dignitas просядет по деньгам. Вынуждена будет делать эко. Соответственно, 10-й, 11-й и, возможно, 12-й. Потому что денег все равно будет мало. Ибо у Дигов $300 у Изи и полторушка у Ника, по-моему, с Пимпом. Где вы, Диги? Ну, не так уж и мало, если честно. В следующем раунде, наверное, бая не будет, но через, скорее всего, смогут купить. Тем временем, Флейми в коробке погибает. Остается у нас на длине один лишь Ника. Неплохой размен от команды Na'Vi. И все-таки 3 в 3. Эдвард, Флейми погибли. Na'Vi вышли быстро через длину. Ну и почему бы не зажать аплен с двух сторон? Ну, непонятно зачем ребята пытаются отстреливать мидл. Гвардиан все прекрасно понял, прошел на зигзаг. На апленте никого нету. И нужно ставить бомбы, нужно тащить. Только так. Гвардиан сделал 2 килла в этом раунде. Сид пока что ни одного. Сид проверяет аккуратно все позиции. Откидывает смок на просвет. Ну и Гвардиан будет устанавливать бомбу непосредственно на длину. Сид тем временем пропрыгнул. А вот зачем он это сделал, я не знаю. Вдвоем будет играть у нас на пленте, судя по всему, игроки команды Na'Vi. Хотя, наверное, лучше было бы остаться на длине и как раз-таки отстреливать Изи, который как раз-таки через эту длину делает выбивание. Сист убивает нас Ника. Сист забивает Изи. И это 1 на 1. Сист уходит и делает трипл килл. Отличная работа от Дениса Костина. 10-й раунд для команды Na'Vi. И вот они, денежки. Изи нету, Ника нету. Пимп нету. МСЛ с Кьярбаем могут сделать бай. Но, наверное, они этого делать не будут. Скорее всего, Диги согласны отдать Na'Vi 11 раунд, после чего будут опять покупать. Сеня, расскажи, что про игроки одевают за наушники. Какие-то затычки сверху. Друзья, уже был не раз. Наверное, стоит влог на эту тему записать, чтобы в Ютубе смогли всегда найти ответ на этот вопрос. Ответ очень простой. Сверху одеваются шумоизоляционные наушники, которые не позволяют игрокам слышать комментаторов и сторонние звуки. Ну а затычки для звука из Counter-Strike также иногда еще одевают на шею обычные свои наушники для микрофона. Но, например, на ESL Pro League у нас были хорошие вертолетные наушники, так называемые, которые имели крутой микрофон. И, естественно, Na'Vi тогда просто ставили затычки, через затычки слушали звуки игры друг друга в TeamSpeak. Пользовались микрофоном от этих наушников вертолетных. Guardians АВП. 3 АК-47, ну и Зев с Галилом. Один из самых важных раундов в этой игре, если Na'Vi выберут, это 12 и 13 раунд. Ну и потихонечку сумеют выйти вперед. Ну и для Dignitas это хороший шанс зацепиться. Пимп на контрольском респауне. Na'Vi заняли у нас большую половину карты. Стоят уже в зиге и, в принципе, подготовили почву. Могут выходить будь то зиг, будь то middle B. Стартовые позиции готовы. Ну и Кьярбай чекает коробку. Тут у нас никого нету, но при этом не рискует пока что поджимать. Думаю, что команда Na'Vi, возможно, смотрит как раз-таки эту коробочку. Na'Vi собрали тем временем под Б. И Даня Зевс с Галилом. Кстати, очень старая тактика. Зевс ходит, бродит на зиге. Будет раскидывать, скорее всего, Аплент. Вот она, раскидочка от Зевса. Смок вниз. Коктейль Молотова на Плент А. И выход от команды Na'Vi на шифте в этот раз. Да, то есть этой тактике уже 3 года. Выход пошел у нас. Погибает МСЛ, отличная работа. Остается у нас Ник на просвете. Na'Vi заняли Б-плент.
Ну и Зевсу тут не стоило, конечно, умирать. Это небольшая такая ошибочка. Просто раскидать, и соответственно, нужно понимать, если команда делает размен, то ты, в принципе, можешь выживать и играть очень аккуратно. Ассист, не знаю, заметил ли своего оппонента или услышал, все-таки услышал. Да, Сист понимает, что где-то справа должен находиться враг. Итак, Ярбайн выходит на шифте и делает... Ой-ой-ой-ой-ой! Как Дениск-то не сделал свой минус, и Ярба еще и забирает Ваню Эдварда. Естественно, бомба взрывается, раунд никак у нас диги не возьмут, но Сист, наверное, сейчас очень злой. Он просто очень злой, он такой сжал свою мышку и пишет «Love this game». Ну... Не знаю, прицел действительно был на голове. Возможно, стоило просто подзажать. Или потеря... Я не знаю, как объяснить. С одной стороны, патроны всегда летят, куда ты целишься. С другой стороны, бывают вот такие вот казусы. Эдвард. Верхней тэшке. МСЛ и Эйзи на пленте. Пошел у нас выход. И вот, кстати, чем... отличается у нас CSGO от 1.6 того же в таких моментах. Только что банка, слышали, прилетела у нас на пятак, и в этот раз задела одного из игроков команды Na'Vi. И Эйзи, в принципе, слышал этот момент и был уже готов заранее принимать игроков, но у него ничего не получилось. В итоге Na'Vi взяли только что 12-й, вышли на Б, и не знаю, пойдет ли пимп с ника. АВП и Фамас. Ситуация 2 в 3. Сист выходит через мидл. Опять спина. Сист. Ну, в этот раз подзажал хорошо. Реализовал свой АК-47. Ника замечает далеке у нас одного из игроков атаки. Но не дают себя убивать игроки команды Na'Vi. И это нож от Сизда. За всю боль называется. 13-9. Na'Vi берут очень важный для себя раунд. И, естественно, разрушает экономику команды Диктас. И, по сути, последняя эко от Дигов. Понимают они, что, возможно, можно еще Na'Vi отдать 14-й, но вот после этого, естественно, ничего уже отдавать не стоит. Зев с МПшкой, Эдвард с УЗИшкой. Как эти автоматы сейчас забываю? МАК-10 и... МАК-10 и МП-7. Зевс забирает у нас на Б одного из врагов. Эйзи тем временем пытается... найти своего оппонента в смачок. Но Даня Зевс решил не выходить на Б. Уходит. Дает информацию, что на Б в планте есть еще как минимум один игрок защиты. Зевс выходит на сейзи, забирает его вот таким вот выпадом на мидл. Ну и Ника один против четверых игроков команды Na'Vi. Есть по ним информация. Зажат Ника в нижних туннелях. И погибает от Дани Зевса. 14-й раунд для команды Na'Vi. Что пишут в трудовой книге у проигроков? Ничего не пишут в трудовой книге у проигроков, мой дорогой друг. Ничего не пишут. Я думаю, это не так важно в современном мире, иметь трудовую книгу. Важно в современном мире иметь знания прикладные, которые ты можешь применить в той или иной ситуации и получить в обмен на эти знания деньги на хлеб с маслом. Как-то так. Эдвард. Играет нас в коробке. Na'Vi играет очень аккуратно. Занимает флешку зигзаг. При этом флешка прилетает у нас в лицо Сизду. Но вот и грамотная работа от команды Na'Vi. Пимп слышал Сизда. Якобы сказал ему давай флешку. Флешку Кьярба откинул, но при этом ослеп один лишь Сизд. Остальные игроки команды Na'Vi были за углом. Они, естественно, не ослепли. Прикрыли своего тиммейта. И в итоге тактика не удалась. 4К47. Снайперская винтовка у Гвардиана. Ярбой пушит коробку. Пушит, пушит, пушит. Эдвард его замечает. Забирает сразу же своего врага. Пошел у нас выход со всех сторон. Коктейль Молотова прилетает на плент. И забирает у нас Ника. И что дальше? Бомба устанавливается. И это 15-й раунд для команды Na'Vi. Пенсию ты будешь за знания получать. Пенсию! Пенсию! Ребята, вам сколько лет? Пенсию! Просто смешно слушать про пенсию от аудитории в 17, ну там, до 18, 50%, да и потом
от ребят, которым по 25. Тоже про пенсию. Пенсию. Работать нужно так, чтобы потом не беспокоиться о пенсии. И не требовать ничего от государства. MSL и AZ выживают. Это 15-й раунд для команды Na'Vi. Вот, кстати, кто-то написал, вы не доживете до пенсии. Это тоже, это да. Современная экологика, экологика, экологии до пенсии доживут единицы. Тем более пенсионный возраст у нас повышается регулярно. Когда там, по-моему, 60 лет сейчас или 65 в Украине, в частности, для мужчин. Ника убивает нас Эдварда. Оу! Не проверил под ступеньками. Даня Зевс умирает, и он. В итоге, Guardians is the Flame. 3 в 5. Они все потеряно. Диги будут бороться. Пытаются взять 10-й. По деньгам у Na'Vi что? По деньгам вроде как на следующий раунд будет. Но если диги возьмут 10-й, 11-й, они, естественно, берут и 12-й. А там 3 раунда для того, чтобы реализовать такой вот камбэк. Ну и выход. Вроде как на Кьярбе. Очень аккуратная игра команды Na'Vi. Прилетает флешка. И вот как такое бывает? В момент, когда флешка уже летит, чувак просто отворачивается. И в итоге не слепнет от гранаты. Подозрение? Не думаю. Точнее, нет, совпадение. С подозрением. Совпадение? Не думаю. Гвардиан. Остается один против троих игроков команды Dignitas. Играет он на яме. Ну и, наверное, будет сейвить свою винтовочку. Не ломятся диги. Понимают они прекрасно, что у них у самих с экономикой не все хорошо. А Guardian Sniper элитный, топовый, который, в принципе, может раскидать их налево и направо. И тогда были бы сейчас уже трудности с баем. В итоге, Скар, АВП, 2 М-ки и Фама Сукьярбая у Na'Vi. Одна снайперская винтовка, 3 АК. И вот Сист думает, что же ему покупать. Покупает АК-47, 2 армор. И, в принципе, большое количество гранат. Тем временем, Гвардиан выловил у нас Кьярбая на длине. Просел, правда, очень сильно. У него остается 5 хп. Возможно, даст кому-нибудь снайперскую винтовку. Или все-таки продолжит с ней играть. Na'Vi, во всяком случае, в большинстве. А вот реализуют ли они это большинство? МСЛ убивает у нас Зевса на центре. Очень хорошо Скар прошивает нас ворота. Минус один, минус два. Погибает от флейми. И Na'Vi все равно 3 в 3. Должны разыграть раунд. Или не должны. Сист играет аккуратно на шифте. Чекает все углы и выходит сам на Б. Но Эйзи к этому готов. Замечает Дениса Костина. Спрей. И Денис отъезжает. Бомб на центре. Перегруппировывается Ваня Эдвард. Точнее, хотел уйти он в верхний туннель, но из-за смерти Сизда, который, судя по всему, давал информацию, ребята, я вышел на Б, тут никого нету, там, или я вышел на Б, сейчас, наверное, будет отстрел. Но вот Изи-то он не ждал в этой точке. В итоге на Аплэнд пойдут ребята с команды Na'Vi. Эдвард в коробке, ну, а Флейми находится у нас на Зиге. Оп, пролагало. Эдвард остается один против Эйзи и Ника. Погиб у нас в итоге игрок на пленте. 15 секунд, Эдвард уходит на сейф. И у Na'Vi с деньгами проблемы. 1200-3000 у Гвардиана. Во всяком случае, матч совсем скоро закончится, друзья. И вы никуда не убегайте. Потому что сегодня Na'Vi играют в рамках GoCL две встречи. Следующие ребята, это ребята из Германии, команда Penta. У меня Twitch лагает, может кто-то что-то посоветовать. Посоветовать, когда лагает Twitch, ничего никто не может, друзья. Потому что у каждого разный провайдер, естественно, и каждый по-разному принимает, скажем так, сигнал у серверов Twitch. У кого-то мой стрим может лагать, кто-то смотрит на сорсе и так далее. Поэтому тут есть своя специфика, скажем так.
Тем временем Нави отлично действуют на длине, забирают абсолютно всех своих оппонентов. Остается Ника вместе с Эйзи вдвоем против троих. Нави проходит через длину. Последний раунд, дорогие друзья. Если команда Дигнитас его проигрывает, тогда это победа команды Нави во встрече с счетом 2-0. Тем временем в спину заходит у нас Ника. И ровно в момент свеча выходит Даня Зес, подлавливает снайпер команды Дигнитас. Эйзи остается один против троих. Выдал свое место расположения из-за того, что накидывает гранаты. Ну и теперь три игрока команды Нави просто должны справиться и убить своего врага. Сиз выходят 16-11, победа команды Нави.